Мазутные источники видят из своих окон жители дома по улице 4 Нижневокзальной. Захоронение грунта и мазута, отработанного на железной дороге еще в 90-х годах, вызывает опасения у проживающих рядом горожан. Вместе с представителями муниципальной милиции, управления экологии и территориального управления на место выехала и наша съемочная группа. Такую картину сегодня видят жители дома 4-й Нижневокзальной из своих окон. Пятна мазута просачиваются на поверхность сквозь каменистый грунт. Во-первых, это запах. Окна летом не открыть, особенно если на улице сильная жара, это такое испарение. Во-вторых, вообще вид из окна. Я здесь живу уже 24-й год, с 91-го года. Ну, такого еще не было у нас никогда. Там у меня все три окна сюда выходят. Запах, страшенный запах. Отработанный мазут на этом месте ушел под землю еще в 90-х. Но неприятный запах и опасность воспламенения беспокоят жителей ближайших домов с 2012 года. По их словам, грунт, пропитанный мазутом, уже вывозили в начале 2000-х годов, засыпали это место щебнем, но теперь черная жижа снова выходит на поверхность. Обращение граждан поступило от жителей дома номер 3 по 4-й Нижневокзальной. Состояло оно в том, что возле дома идет выход мазута из-под грунта. Соответственно, летом, в теплую погоду особенно, идут испарения, которые, соответственно, мешают жителям. К месту экологического непорядка выехали представители управления экологии. Они объяснили жителям, что проблема уже решается и под контролем главы округа. Ликвидировать до 50 квадратных метров загрязненного грунта можно несколькими способами. Чтобы вот этот весь грунт вымыть и расположить на территории порядка 10 гектаров, чтобы это было, ну, примерно 30 сантиметров площадь, глубиной, только тогда такой биопрепарат работает и при температуре выше плюс 5 градусов. Конечно, таких площадей у нас нет. Такое количество вывести и куда? На городскую свалку нельзя. Тем временем, пока будет решаться вопрос о глобальной очистке этой территории, в администрации приняли решение начать ликвидацию мазутного грунта. В ближайшее время маслянистые пятна засыпят опилками, а затем вывезут подальше от жилой территории.